В Николаевской области может появиться так называемый облачный порт. Этот проект позволит разгрузить порты и частично производить перевалку грузов на воде. Делать это будут специальные плавучие краны. Судам даже не придется швартоваться. Таможенники, в свою очередь, смогут контролировать процесс на катерах. О таких планах сегодня рассказал губернатор Алексей Савченко. В Николаеве морские и речные порты находятся в городе. И этот проект поможет разгрузить также автомобильные и железнодорожные пути. Кроме этого, глава обладминистрации предлагает внести изменения в схему налогообложения портов. Я хочу, чтобы 5% від надходжень до адміністрації морських портів залишалися в нашій з вами рідній області. Я хочу, щоб саме розщеплення по великим платникам податків, які сьогодні є, 10% залишалось теж на Миколаївщині разом з митним експериментом. Я буду пропонувати Кабінету міністрів, я буду пропонувати Верховній Раді на базі Миколаївщини створити відновлення українського флоту.